Друзья, привет! Так повелось, что раковина – это наша такая основная часть изделий, которую мы делаем. И многие наши подписчики привыкли думать, что мы изготавливаем только раковины. На самом деле это далеко не так. У нас всегда в работе есть всевозможные изделия. И вот, например, сегодня хотел бы рассказать о душевом поддоне, который сейчас в работе. И в целом сейчас в последнее время такой хороший тренд именно по такому виду. Изделий, как душевой поддон. Здесь так же, как и с раковиной, мы полностью подстраиваемся под реалии помещения, обговариваем точные общегабаритные размеры душевого поддона, ну и также продумываем систему слива, потому что трапов сейчас на рынке великое множество, каждый заказчик хочет у себя видеть какую-то свою определенную задумку и услышать наше предложение, поэтому мы очень скрупулезно прорабатываем решение для того, чтобы на выходе внедрить трап там, любой сложности в наш душевой поддон. Конкретно в этом будет классическая форма прямоугольная, но с бетонной плашкой, которая у нас тоже сейчас находится в работе и украсит будущий трап. Поэтому обращайтесь к нам за воплощением абсолютно любых ваших идей по всевозможным видам изделий.